Всем привет, любители шахмат! С вами мастер спорта Михаил Мельничук. И сегодня предлагаю разобрать интересную партию, сыгранную в Элисте в 1996 году между экс-чемпионом мира Анатолием Карповым и Гатом Камским. Партия очень интересная выдалась с точки зрения позиционной игры. Давайте же разберем ее. Значит, белым играл Гата Камский, черным играл Анатолий Карпов. Е4, Е5, конь F3, конь F6, Карпов предан русской защите. D4, конь E4, это один из вариантов. Слон D3, D5, конь E5, Анатолий сыграл конь D7. Здесь, конечно, у белых есть интересное продолжение, которое ведет форсированной ничье, но Гата Камский был тоже одним из сильнейших игроков, он был неоднократный чемпион Соединенных Штатов Америки. Конечно, он хотел выиграть у Анатолия, поэтому играл амбициозно. Он не стал здесь бить на F7. То есть он сбил конем коня. Был такой еще интересный вариант, как он бьет F7. Но он приводил к ничье. Это известная теория. Король F7, ферзь H5. Король отходит на E7. Перекрываться пешкой плохо, ввиду ферзь бьет D5 и белый съедает коня. Король E7 и белый просто ходит ферзь E2. Угроза пойти F3 и выиграть черного коня, и черным ничего не остается, как повторять ход король F7. Ходить король D6 здесь очень опасно, там белые побеждают, но не буду показывать как. Значит, конь D7, слон D7, рокировка слон D6, и в этот момент Гата Камский избрал не самое популярное продолжение, сыграл конь C3. Альтернатива, более популярный ход, C4 с подрывом пешечного центра черного. Итак, конь c3. И со мной интересный ход. Ферзь h4 Анатолий Карпов сыграл. Белые сыграли g3, прогоняя ферзя. Черные угрожают поставить мат, и нужно было как-то защищаться. Например, ходить h3 в данной позиции можно было бы, но в этом случае, я думаю, Анатолий Карпов бы сбил эту пешку, слон h3. И после жаж ферзь h3 черные угрожают поставить мат. Белым приходится защищаться единственным ходом f4, но в этом случае черные могут дать как минимум вечный шах. Но и большего у черных тоже нет. Я думаю, это было бы логическим завершением их поединка. Черные дают вечный шах в этом случае. Но Гата Камский играет на победу, играет, имея белый цвет, поэтому сыграл g3. Прогоняет ферзя, конь бьет c3, bc. У белых была еще альтернатива здесь дать шаг ферзь e1. В этом случае Анатолий Карпов мог бы закрыться ферзем. И после хода ферзь c3, рокировка ферзь b3, слон c6. Примерно равенство на доске. Полная симметрия. Ну, Гата Камский сыграл принципиально bc. Ферзь g4. Идея белых заключается в том, чтобы не дать черным пока уйти в рокировку и в дальнейшем быстренько вскрыть игру в центре и попытаться добраться до черного короля. Ну, давайте посмотрим, что из этого получится. Ладей один шаг. Невыгодно Анатолию идти слоном под связку, поэтому Карпов делает сильный ход, король d8. Черные остаются без рокировки, но на самом деле до черного короля очень тяжело добраться. А еще учитывая тот факт, что нет до доски коней, то и шансов тут добраться до короля вообще минимальный у белых. Слон e2, ферзь f5, ладья b1, b6. Черные защитили пешку. c4. Гата Камский вскрывает позицию в центре, так как понимает, что король оппонента находится тоже в центре. И Анатолий забрал пешку на c4. Какая еще была альтернатива? Сыграть c6 было бы хуже. У белых был бы сильный ресурс с жертвой пешки. c5, жертва пешки, bc, c4. И несмотря на то, что в этой позиции, ну, может быть, сначала предварительно слон d3, потом c4. А, можно и сразу c4, да, я извиняюсь. Дело в том, что белые вскрывают игру в центре, и черный король попадает в очень неловкое положение. Видите, то здесь ладья атакует, здесь ладья атакует, и королю тут не спрятаться. А после хода ферзь b1... белые выигрывали бы ферзя таким вот маневром, как слон g5 шах, нападая на короля и на ферзя одновременно. Поэтому Анатолий Карпов сбил пешку, слон бьет c4 и ладья e8. Альтернативой был ход h5. Тоже очень интересная идея.
подорвать пешку h4, белую пешку, ну и в дальнейшем после hg-hg прийти ферзем на h3 и как-то поставить мат королю. Но на ход h5, конечно, у белых есть в запасе несколько ходов, и я думаю, после слон d3 черным самое логичное здесь повторять ходы, потому что ферзю особо и некуда-то спрятаться. И после ферзя f5, слон d3, возможно, было бы последовало соглашение на ничью. Итак, Анатолий Карпов сыграл ладья e8, слон e3 Камский сыграл. Еще альтернативой был ход ладья бит e8, король e8, слон d3, ферзь d5, c4, ферзь d4. Но в этом случае возникала опять примерно равная позиция. Слон b2, ферзь g4, взяли, слон g7. И у белых, у черных есть одна слабость. Два слона, пешек поровну. Я думаю, что шансы здесь примерно равны. Итак, Камский сыграл слон e3. Сохранил свои ладьи. Слон c6. Но теперь у Анатолия Евгеньевича появляется очень интересный план игры. Тоже связан с атакой на белого короля. Как мы видим, здесь черный слон берет под контроль очень важную диагональ. Да, остается лишь только ферзя еще переместить на поле g2 и поставить мат. Поэтому белым приходится тоже играть очень аккуратно. d5. Гата Камский сразу перекрывает диагональ черному слону, не давая черным играть игры по этой диагонали. Значит, слон d7, но после выдвижения d5 белым очень сложно вскрыть позицию черных. Как мы видим, пешки уперлись в черные пешки, и у белых нет хорошего плана игры. Камский играет слон f1, Анатолий Евгеньевич играет h6, c4, ладья e7. И теперь у черных появляется очень простой план. Король уходит на королевский фланг, где ему тут будет спокойно, на него здесь никто не нападет. А в игру включается игра ладья, которая пока что не участвует, не принимает активных действий. Ладья e7, слон d3, ферзь f6, король g2, король e8. Сложно придумать за белых какой-то толковый план, кроме как разменять ферзей, но и поменять ферзей тоже мы видим не так просто. На ферзь f3 последует такой тактический трюк, как слон h3, отвлечение, король отвлекается и черный остается с лишним ферзем. Поэтому хода белых довольно бессмысленные. Слон c2, а других и нету. Ферзь c3, Карпов входит, провоцируя белых. Слон b3, король f8. Король уходит на f8, что я сказал, а ладья идет вслед на e8, и черные по прямой линии будут атаковать на белых. Последовал ладья c1, ферзь f6, слон c2. Мы видим, что гата Камский начинает топтаться на месте. Но если вы найдете лучший план, предложите. Я думаю, что особо хорошего какого-то плана игры за белых здесь просто-напросто нет. В плохой позиции, как говорится, все ходы плохие. Поэтому белые не могут найти у черных ни одного изъяна в их позиции. Структура пешечная отличная. Король в безопасности, слабости нет, поэтому все ходы действительно бессмысленны. Слон c2, ладья e8. Анатолий Евгеньевич постепенно улучшает позицию своей фигуры. Теперь у черных все фигуры стоят идеально. И слоны стоят хорошо, и ферзь стоит хорошо, и ладьи заняли единственную открытую линию и сдвоились. Ферзь d3, слон g4. Теперь Анатолий Евгеньевич использует слабости белых полей. Сюда хочет внедриться ферзь, сюда хочет внедриться слон. И в этот момент позиция белых уже очень-очень тяжелая. Гата Камский сыграл слон d2 в надежде упростить позицию разменять ладьи, но уже не помогло. Альтернативой еще был ход слон d4, но в этом случае черные тоже красиво побеждали. Находится такой интересный трюк, как ферзь f3. Мы не можем сразу выиграть ладью, потому что под b у нас ферзь. Но находится такой ход, как ферзь f3. Ферзь забирает, слон забирает. И на взятие королем слона черные просто выигрывают качество. И в итоге у черных остается большое материальное преимущество. Конечно, бесспорно, это победа черных. Если король белых уходит на f1, защищает ладью, то черные меняют ладьи. И после хода слон g2 опять же отвлекают белого короля и остаются с лишним качеством. Поэтому в этой позиции Камский сыграл слон d2, но Анатолий Евгеньевич не стал менять ладьи, а заехал ладьей в обжорный ряд. Теперь мы видим, что у белых слабости еще и на поле f2. И ладья на e2 становится очень-очень активной. Гата Камский меняется, упрощает позицию. Но вот в этот момент он ошибся. Он сыграл ладья f1, но уже ничего не помогает, потому что грозит просто мат в два хода, грозит ферзь f2 и ферзь h2 мат. Гата Камский сыграл ладья f1, и после хода ладья d2
сдался. Сдался ввиду того, что белый остается просто без фигуры. А если белый забирает ладью, то получают мат в три хода. Просто шаг, слон h3, и мы видим, что от ферзь g2 защититься почти невозможно. То есть белые могут защититься путем жертвы слона. Но в этом случае у черных огромное материальное преимущество и, конечно же, абсолютно выигранная позиция. Плюс тут грозит и ферзь g2, и ферзь c4, и абсолютная победа черных. И какая альтернатива еще была в этой позиции? Если бы Гатта-Камский не сыграл ладья f1, а попытался бы защитить пешку слоном. Тут мы разберем с вами два варианта. На слон e1 черные побеждают просто простым ходом слоном пойдя на c5. Черные усиливают давление на пешку f2, и белые уже не способны ее удержать. То есть на любой ход, как мы видим, ферзь не может защитить, потому что везде станет под бой, а на любой ход белых черные могут даже пожертвовать качество. Можно и слоном, конечно, ударить, но можно ударить ладьей. И после взятия-взятия белый король попадает в матовую сетку. Слон f3, и после взятия-взятия белый получает мат. Да. А если белые ходят, например, слон e3, тогда черные выиграют таким ходом. Ферзь f3, шаг, король g1, и в этот момент бьют ладья bc2. Сразу слон g4 не проходит ввиду ферзь e4. Белые не пускают ферзя на g2, поэтому побеждает ход ладья c2. Жертва качества. Ну и после взятия слон h3 черные неизбежно приходят ферзем на поле g2 и ставят мат королю. Вот такая вот очень интересная партия чемпиона мира Анатолия Карпова, который продемонстрировал тонкое позиционное понимание в русской партии. Так что любителям русской партии можете брать на заметку и учиться у чемпионов мира. А вам, если понравилось, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал и до новых встреч, друзья. Пока!